Представитель Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко заявила об острожном оптимизме, которого удалось достичь на переговорах в Минске касательно разблокирования вопроса с освобождением заложников. Очень кратко по работе гуманитарной группы в Минске, четырехчасовая дискуссия. Есть осторожный оптимизм относительно разблокирования вопроса с освобождением заложников. Есть осторожный оптимизм относительно допуска МККК в тюрьмы, где содержатся те, кто отбывает наказание по приговорам украинских судов и хочет быть перемещенным в другие пенитенциарные учреждения на украинскую территорию, написала Геращенко в своем Facebook. Она также отметила, что Киев выступил с инициативой перемещения двух детских интернатов. Власти Украины начали в апреле прошлого года в Донбассе силовую операцию против недовольных госпереворотом жителей региона. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября прошлого года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.